Фиг вам, а не мороженое. Понятно? Ну, Димка! Ну, Димочка! А я еще думаю, что за видео такое странное? Мороженым горло лечит. Ша, спокойно, Степа, что такое? Да Пиги, у Пиги горло болит, это все. Что все? Конец ей, все, считай, нету больше Пиги. Степа, только не нужно паники, у нее просто горло болит и все. Это не просто, не будет больше Пиги у нас. Все будет нормально, я ее вылечу, не переживай. Да мы уже лечили, и таблетки, и чаи, ничего не помогает. А мороженое пробовали? Мороженое? При больном-то горле? У тебя, наверное, температура. Если не осталось больше вариантов, тогда мороженое – это наша единственная надежда. Ну не знаю. Давай попробуем. Кстати, у меня как раз есть рецепт обалденного мороженого. Начнем. Сначала берем холодные сливки и взбиваем их до состояния крема. Добавим немного сгущенного молока. А почему немного? Ты побольше лей. Ладно, Степа, налью побольше. А теперь нам понадобится... палочки для мороженого. А вот и не угадал. Мы возьмем печеньки. Сделаем мороженое сэндвич. Печеньки вылаживаем на форму. Сверху выкладываем нашу массу. А потом закрываем печеньками и в морозилку. Скоро будет готово. А вот и наша мороженка. Супер получилось! Ну давай уже Пиги лечить. Давай уже Пиги спасать. О, я самый больной в мире свинья. Пигуси, я пришел тебя лечить. Опять свои мерзкие микстуры будешь мне совать? Нет, ну что ты. Я тебя буду лечить мороженым. У меня, наверное, температура. А разве можно вылечиться мороженым? А вот сейчас мы и попробуем. Бери, кушай. Ну как, помогает? Да, мне уже полегче, спасибо. А можно мне тоже, для профилактики? Ну конечно можно, бери, кушай. О, суперски. Чтобы вы не болели, кушайте мороженое. А я пойду сделаю вам чай. Да, Пиги, это ты здорово придумала. Я же говорила, подсуну ему видео, где мороженым лечат горло, а потом притворишься больной. И он нам сделает кучу мороженого. Чего-чего? Притворилась? Кучу мороженого? Могли бы и просто попросить. А теперь фиг вам, а не мороженое. Понятно? Ну, Димка! Ну, Димочка! А я еще думаю, что за видео такое странное? Мороженым горло лечат. Ну, дай мороженое. Ты же все равно его сделал. Я сделал, я и съем. Ну, хоть по кусочку, пожалуйста. Ну, не знаю. Я должен посоветоваться. Ребята, как считаете, дать этим обманщикам мороженого? Если да, пишите в комментариях. Или лайки ставьте, ну пожалуйста. Посмотрим. Любят вас ребята или нет? Выбери следующее видео или нажми на солнышко, чтобы посмотреть все выпуски. Выбери следующее видео или нажми на солнышко, чтобы посмотреть все выпуски.